8 единиц высокопроходимых машин получат приморские бойцы, принимающие участие в спецоперации. Перед отправкой машину осмотрел глава Приморья. Такая техника важная нужна здесь. ЗИЛ-131, 452 УАЗики, ГАЗ-66, 469 УАЗики, все на ходу, все проверены, вот, находятся с запчастями. Здесь также находится машина, которая конфискована по причине употребления алкоголя. Она тоже пойдет служить на фронт. Вся эта техника приморцами будет передана для наших ребят, с тем, чтобы быстрее с победой они вернулись домой. Ранее УАЗы ЗИЛ и ГАЗ работали на лесопожарной станции в Пожарском округе. Перед отправкой транспорт прошел техподготовку и находится в хорошем состоянии. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.